Глава государства посетил Каратальский историко-краеведческий музей в городе Уштубе области Житосу. Президента ознакомили с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бекен Римовой, поэтах Жирау, Биях, ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края. В эксплуатацию объект ввели в этом году. Всего в здании площади более 2500 квадратных метров выставлено почти 350 экспонатов. Президент в разговоре с местной интеллигенцией указал на необходимость пополнения музейного фонда. Напомню, Касым-Жомарт Токаев второй день находится в области Житосу с рабочим визитом. Посмотрел музей, очень хорошо здесь, большой, просторный. В будущем, надеюсь, будет много экспонатов. Такие музеи нужны народу.